Добрый день, мы находимся на усадьбе Модеста Изерского, и сейчас главные атрибуты для сегодняшнего работы будут. Давай. Добрый день. Добрый день. Спички, ребята, и газета «Эхо». Но это мы будем читать на досуге. Ну что, ребятки, заходите, не стесняйтесь. Мы сегодня чистим две комнаты, ну может больше, три постараемся. Усадебка стоит, листья упало. Осень золотая наступила. Все красиво. Ждем Тарасика в гости. И будем заниматься. Так, взяли с собой сегодня штыковую лопату. Вот, смотрите, какие завалы тут. Барышни уже с детьми на месте. Сейчас будут... Сейчас будут нам с детьми что-то стряпать, какую-то еду, пока мы будем работать. Ну, а пока пусть кирпичами занимаются. О, да, кирпичики, хороший кирпич. Обращайтесь в личку, недорого. Инженер Дмитрий, какие сегодня работы мы будем проводить? Ну, плановые работы у нас не особо такого масштаба впечатляющего. Так, ну, чисто такой технический, скорее всего, уборка вот. Максимум. То есть проведем воскресный субботник сегодня и попьем один из очень вкусных напитков, о котором мы вам потом покажем. Кирпичи в речку покидаем, все как в детстве. В камышах попрятаться. Сок мрамора прилетел. Все, ребятки, начинаем заниматься. Конечно, обед включено. Кипит работа, господа, кипит. Так, ребята, уборка в самом разгаре. Гляньте, под жирным слоем пыли мы видим, Димон, покажи, видим столетний паркет дубовый. Остатки мрамора были обнаружены с подоконников, смотрите. Настоящий мрамор итальянский. Кто-то его разрушил, но такой вот подоконничек было видно, что это подоконник. Мы продолжаем уборочку, заметаем полы, сейчас принесем воды, будем мыть полы. Вот. Все потихоньку идет вперед. Кушаем. Ребята, у нас дорогие гости. Собака-казак, доктор Ливси. Это наши местные велоактивисты. Здравствуйте, дня, здравствуйте. Да. Вячеслав Карбоновый, фокусник наш. Привет. Так, ну что, ребятки? Он сам прибежал. Вы сами, вы забрали. Это наш казак, это наш спринтер, марафонец. Он бегает по 80, по 90 километров от собака. Прирожденный спортсмен. Ребятки, располагайтесь, там для вас стоят лопаты. Работайте, потом будем чилить потихоньку. Доктор, твоя наша комната в усадьбе должна сверкать так же, как и твоя улыбка. Так что давай, начинай. Пишу.